Ладно, значит, Ауруса пока не ждем. Без него. Потом ему еще корды скинем. Я готов. Я тоже. Тогда... Я стак. Ждем тогда Игната. Капит, не знаю, пойдет с нами, не пойдет. Если что, мы без него отправимся. Я забыл одну картошку. Сейчас приду. Да блин, ну ё-моё. А кто ты? Я не хочу тебя постоянно Ignited Force называть. Будешь Игнатом, все равно. О. Прикол, если она прям под нашей деревней. 14. Ты мне скинул. Здесь, теперь полностью. Я забрал картошку. Чё, пошли тогда? Кто так втроём? Ну, я не знаю, Капик к нам пройдет, не пойдет. Давайте позовем. Он там что-то делает, если... Вроде есть. Чё, я посылаю или чё? Давай. Куда? О. А кровати все взяли? Ну сделай. Ну чё, там... Чё, там ещё город... или собрались в этот топать. Там и город, и в крепости самой, это может, что-то будет. Города края. Хотя, у меня один вопрос. Как тут города выбраться? А как из города выбраться? Реально. Потому что умереть — это ясный способ. А, ну погоди, не. Кидаешь так же интерпёрл и все. Куда? Тот же маленький. В такую же дырочку. О. Все легко и просто. Я в город да без невесомости идти. Такая себе затея. Ты за спиной говоришь, я тебе не... Без невесомости, говорю, идти — плохая затея в город. Разобьемся потом нафиг. Здесь вода красивая. Тейдерами. Я их пока выключил, чтобы не лагало. Куда тебя откинули? Так. Все еще вперед. О, там, кстати, портал разрушенный. На дракона. Мы уже побежали там. Сейчас скину тебе. Это было, наверное, знаешь, что там. На глазах появились коровы. И собак. Там не может быть спавнер коров. Она же погибнет, ты чё? Я его около портала оставлю. А, ну давай тогда. Флаги свои тоже оставь после портала. Не, мы в смысле побежим туда, получается. И оставлю я его прямо у портала Вент. Только надо, чтобы мне кто-то кровать поставил. Кстати. А что ты будешь делать? Если портал... Так я же сказал, все собираемся, идем, короче, это, на дракона. Ты там чарился. Да у портала разрушенного вы, ну, ё-моё, мы ж... Господи. Чё всё горит? Он что, серьёзно, что ли, прикалывается? Тут там ты, вот, на портале, да, стоит. Чё ты меня спрашивал-то? Я спрашиваю, а если портал будет под водой? Ну так, он тэпнется же вниз-то, за нами. Так он там задохнётся. В данже воды-то не будет в любом случае. А, ну так. Нам, кстати, скорее всего, придется стены ломать, чтобы найти этот портал, потому что очень часто в него нет вообще входа. Ой, да нам что, впервые? Нет, мы Капика ждем. Вот, урон ему наносится, и тебя еще и назад откидывает. Чего? Чего? Слушайте, мне кажется, мы где-то просто... Алис, хорошо.
А, блин, недреманное око, это он кинул портал. А-а-а! Блин, ё-моё, это сейчас охер. Блин, мы пересрались туда уже 40 раз. Погоди, а где он? Мне тоже достижение надо. Ну, нате, один раз киньте. Не просрите, блин. Полетел. Да блин, вы сейчас его сломаете просто. Просрали. Все, не дам никому больше. У нас 12 их осталось. Нам нельзя просрать. За эндерменами погнали. Пока он там бежит. Сейчас смотрим за Артуром. Если он упадет и умрет, значит, надо как-то что-то делать. Давай, давай. Я копаю. Блин. Аккуратно. Я ж обосрался. Ой, блин, погоди, мне шейдер надо включить. Я же не вижу нифига. Ты еще ниже? Ну да, минус 12 надо. На координату. Топ. Да какая нафиг? Чем закрыть? Да я потёк. По-моему, нас обманули. Или я... Ой, блин. Да, Стя, ты как тут? Как бы ты здесь оказался? Я, короче, пока шел, я, короче, понял, что у портала увидел деревню. Я, короче, на горе там постоял и видел портал с этой горы. Я пошел дальше, думал, ладно, не буду. Ну чё тогда? Скажу. Отойди, а то я давайте, да стойте, давайте наоборот исследуем этот, как его... Не, ну так мы сейчас сначала активируем, потом исследуем. Давайте наоборот залутаем все, чё. Так сейчас залутаем, только активирую портал. Нифига ж, красиво. Сейчас я кроватку поставлю. Там ёбать. Все, он походу обидел. У меня тапки его только. Ну поднимитесь кто-нибудь, у меня инвентарь переполнен. Давайте. У меня места вообще нет в инвентаре. Я его только тапки спас. Артур, походу, на сервер больше не зайдет. Артур, походу, больше на сервер не зайдет. Я библиотеку уже нашел, вы че? О. Она тут наверху, вот она. Это тот же сервер. Знаешь, что я нашел? Че? Прочность 3, отдача, эффективность плюс подводное дыхание 3. Эффективность 4, значит, сняла 4. Плотность. О, 4, плотность 4 я могу тебе дать, кстати. Надо? Давай, я погоди, плотность? Да, 4. О, дай. Вот. Слышь, ты эту не захватил с собой сейчас? Ну как ее? Наковальню. Да нет, конечно же, че. Да блин. В принципе, максимально пятая, но насрать. Делай. Уже тут сейчас. Залутаем все книжные полки. Давай. Мне придется теперь не поволоваться, ура. Если я туда трезубец кину. Он там останется. А-а. Типа не вернешься туда. Он типа когда зайдет, он тебе вернется. Сколько стаков книг еще пошли? Он ливнул. И депть я его не буду. Поздравите меня только. Зачем? О, блин. Дурак, что ли? А это на чё? А, сота какая вообще? Ты дурак! Ну ладно тогда. Нифига. Ну, наглость.
Куда вы пошли? У меня. Да блин, Ауру скинул Игнайта просто вот так вот. И все. Давайте что-то делать. Ля, кстати, а шейдеры без. Тихо! Кто меня, блин, толкает? Тихо! Кто сказал Лупик? What the hell? Блин, а без шейдеров, по-моему, тут даже не видно нифига. С шейдерами, ля, какая красота. А, сразу стрёмно что-то стало. Вон он летит, дорогой. Он уже спускается. Да блин. Чё я не попадаю по ним? Да блинский. А что? О. Другое дело. Ля! А чё он просто, ну как бы... Куда? Ядрить, я обосрался. Ой. Надо сломать хрени. Да иди нафиг. А я... А чё меня-то? Сломай. Ой, все сломали, да? Вон там Блин, больно. Он восстанавливает. Еще не. Где стало. Еще? А там же. Вот он и пострелял, все. Жопа полная. Ладно, потом, если... Я сейчас улечу, мне кажется. Ай, блин, я улетаю что-то. Да он хилится. Где мой трезубец? Мне кинуть некуда. И нечего. Куда улетел мой трезубец, блин? Он весь мой этот помогал, нос. Весь нос просто сломал. У меня трезубец улетел куда-то. Я, походу, его просрал. Да нет, сейчас вернется. Чё ты за скрин там делаешь? Он спускается. Ай, блин, кто меня скинул? Как? Он меня задел. Да блин. Нахрен я взял этот поносный... А. Ладно. Кто из вас, блин, это сделал?
Кого? Всем спасибо, кто был. И всем пока.